Сегодня нас ждет необычное путешествие. Мы с вами отправимся на улицы города, которых не существует. Скажу сразу, это не мистический выпуск. Заинтригованы? Тогда начнем. Первая остановка – улицы Колхозная и Буденова. Отправляемся к вратам закрытого города. Так я называю контрольно-пропускные пункты. Но их показывать запрещено, поэтому мы сразу отправимся к соседнему зданию, интернату номер один. Оно как раз стоит на пересечении исчезнувших улиц. Первое здание, которое встречает нас по улице Колхозная, это интернат, да? Да. И, насколько я знаю, вы здесь учились, да? Да, я здесь учился где-то 50 лет назад. Вот можно себе представить, полвека, чувствуя себя каким-то динозавром. Ну, это было действительно. И вот напротив главного входа в интернат номер один проходила улица Буденова, которой сейчас нет. Она состояла из сборно-щитовых финских домов, преимущественно такого голубенького, зеленого цвета. И на ней проживали мои друзья-одноклассники. Вот. И вот сейчас, если мы посмотрим, дом номер 17, как раз он построен на оси этой бывшей улицы Буденного. Первое упоминание о колхозной улице в официальных источниках встречается в 1952 году. По ней в совхозы и колхозы ввозили в город продовольствие. Отсюда и название. В конце 50-х, начале 60-х ее активно застраивали. В частности, в 1957 году городской совет принял решение построить здесь 40 двухэтажных многоквартирных домов. Они сохранились и до наших дней. В июне того же года улица значительно увеличилась. В связи с тем, что улица Спортивная и Больничный переулок являются продолжением улицы Колхозная, название улиц Спортивный и Больничный переулок отменить, присоединив их к улице Колхозная. Так появилась самая протяженная улица Сарова. Ее длина была 3157 метров. Впрочем, мы отвлеклись. Вернемся к интернату. А воспоминания об интернате? Но это было действительно светлое время. Но не потому, наверное, что мы были беззаботными школьниками. Действительно, вот я считаю, что время было добрее. Вот здесь вот, в школе-интернате номер один, на достаточно большой территории, как и сейчас, располагался учебный корпус, а чуть подальше спальный корпус, потому что здесь мальчишки и девчонки постоянно проживали. Мы были приходящими. А чуть поодаль двухэтажный жилой дом, в котором жили преподаватели и педагогический состав нашей любимой школы. А вот вокруг этих корпусов был разбит прекрасный фруктовый сад, яблони, которым сейчас тоже 60 лет. А в Балыкове было поле, мы его называли интернатским полем, ну, наверное, гектаров 10 как минимум. Было свое хозяйство, там сажали картошку. А вот здесь, за спальным корпусом, располагалось овощехранилище, держали поросят. Была своя лошадь. И вот действительно не только был учебный процесс, но еще были уроки труда, где люди, молодые люди, готовились вообще-то к вхождению во взрослую жизнь. Это сейчас нельзя школьников заставить трудиться, убирать класс, там, стирать доски и так далее. Упаси Бог. Мы тогда здесь трудились и на земле, и в поле, и вот в тех мастерских, да, табуретки делали, да, да, было такое. В народе школу называли инкубатором. Имена зданиям в Сарове народ давал яркие, броские и не всегда объяснимые. Например, дом молодежи и кинотеатр молодежный называли колхозом в честь улицы. Здесь догадаться нетрудно. Но почему кинотеатр еще называли курятником? Ответ на этот вопрос лично для меня остается открытым. История курятника берет свое начало в 1960 году. 30 сентября его сдали в эксплуатацию. У саровчан он долго пользовался популярностью. Но годы шли, и в начале нулевых его закрыли. В 2012 году продали с аукциона, а в 2017 и вовсе стерли с саровской земли само здание. Вот, Иван Иванович, мы уже говорили о кинотеатрах, которых не существует сегодня в одном из выпусков. Это был кинотеатр «Октябрь». Сегодня хочется, конечно, сказать о кинотеатре «Молодежный», которого, к сожалению, сейчас тоже нет. Насколько мне известно, вы бывали в нем, когда учились в интернате. Что вы помните? Вы какие фильмы ходили? Какие самые запоминающиеся? Когда я учился в школе-интернате номер один, у нас была такая традиция. Расписание уроков, можно сказать. И каждую среду вся школа приходила на просмотр советских черно-белых кинофильмов в кинотеатр «Молодежный». Фильмы, конечно, были воспитательные, патриотические.
Ну, конечно, нам, пацанам, больше всего нравились фильмы про индейцев. Главные роли Гойко Мичич. Я не буду называть названия этих фильмов, они стали уже классикой. Но вот действительно были хорошие, добрые фильмы, в которых всегда в конце фильма добро побеждало зло. А если быть еще до конца правдивым, то на моей памяти самым первым кинотеатром в городе был кинотеатр «Москва», который раньше располагался в нынешнем здании городского музея на проспекте Мира. И вот там действительно были фильмы типа «Путевка в жизнь», который был созвучен истории нашего города, хотя снимался не здесь. А Дом молодежи стоит на своем месте и по сей день. Вот только не на Колхозной, а на улице Зернова. Так ее стали называть с 10 июня 1971 года. Вторая остановка – дикий поселок у аэродрома. Название связано с бесконтрольным строительством жилых хозяйственных построек, пишет Валентин Степашкин в своем топонимическом справочнике. Дикими называли новофинские индивидуальные застройки. Иван Иванович, слышал о таком необычном названии, простонародном, это дикий поселок. Да, как раз он располагался от нашей главной магистральной колхозной улицы в сторону аэродрома. И получается, отсюда? Отсюда и вон туда. Но отцы города почему-то присвоили улицам этого поселка имена литературных классиков. Улица Горького, улица Толстого, Белинского, скопище наших писателей. Вот. А они как-то относятся? Которые не имели никакого отношения к Сарову. Один Радищев имеет косвенное отношение. О нем мы говорили в предыдущих передачах. Но вот как раз эту улицу, улицу Радищева, переименовывали в конце 80-х годов в честь 70-летия октября, но потом вновь вернули прежнее название улицы Радищева. Мы отправляемся дальше, на улицу Лермонтова, и это уже наша третья остановка. А вот там, где мы сейчас находимся, аккурат вот за красными общежитиями, да, пролегала улица Лермонтова с частными одноэтажными деревянными домами. И в 81-м году я еще на этой улице гулял на веселой свадьбе своего друга. Вот она здесь и пролегала. Но, к сожалению, этой улицы, улицы Лермонтова, сейчас уже нет на карте города. А сменили название или она просто перестала существовать? Она перестала существовать. Раньше в Сарове была еще одна площадь – клубная. Найти ее было несложно, только дойти до местного дома культуры или, как его принято называть, клуба. Информации о ней в открытых источниках практически не осталось. Сейчас на этом месте саровчане постигают азы вождения. Это школа ДСААФ. А теперь отправимся к проспекту Музрукова. Что ж, мы перемещаемся на нашу новую остановку. Театральный сквер мы выбрали не случайно, потому что здесь мы можем увидеть, как менялись улицы Сарова. То есть отсюда это много интересного. А что в вашей памяти осталось? Что вы помните? Ну, вы знаете, вот здесь можно сразу сказать, что проспект Музрукова раньше являлся частью улицы Московской. И когда вот его спроектировали и построили, он получился очень красивым. Да таким красивым, что это оценили не только простые жители города, но и специалисты. Вот именно за проспект Музрукова получили государственную премию архитектор Зинур Керимович Мусин и наш мэр города Виктор Васильевич Захаров. Действительно, проспект Музрукова стал очень красивым местом в нашем городе. А что касается улиц, которые были, но исчезли, могу сразу сказать, что вот за этим большим домом есть улица Давиденко. Она раньше называлась Театральным проездом. А театра тогда еще и в помине не было. Вот. Нынешний Театральный проезд, он вот здесь. Вот. А там улица Казамазова раньше называлась Школьным проездом. За нашей спиной, там, где вот юниор, располагался магазин «Уцененные товары». Он представлял собой большой финский дом наподобие того, что сейчас расположен на улице Димитрова, как магазин автозапчастей. Так вот, этот магазин располагался на улице Труда, который также сейчас не существует. И вот я любил у него заходить, потому что там можно за копейки было приобрести самые классические товары, ненужные, но по такой низкой цене, что поневоле не захочешь, а купишь. И вот помню такой юморной случай, когда я шел с работы, с первого завода, со своим старшим товарищем, и мы от нечего делать зашли в этот магазин, и он купил там
черный лакированный ботинок, один, на левую ногу. Но я стал смеяться, говорю, зачем? Зачем? Он говорит, а вот завтра пойду, может быть, они выставят правый ботинок, я куплю. Умный, однако, был. Так вот, сразу говорю, здесь территория, это действительно наглядная история города. На память одного поколения город преобразился до неузнаваемости. Вот видите, новая улица появилась, какая-то улица исчезла. А вот чуть подальше там, за улицей Газамазова, который, я повторюсь, именовался школьным проездом, была улица Володарского и Тургенева, за Саровской ривьерой. Угу. Сейчас это новая улица Академика Негина. Вот видите, вот на этой относительно небольшой территории уплотненная история нашего города. Вы сказали, что когда был театральный проезд, то этого театра еще не было и в помине. А каким театр в Сарове помните вы? Ну, это такая интересная история. Она противоречивая, эта история. Дело в том, что на заре становления нашего объекта, когда в наш город приехала сборная команда специалистов со всего Советского Союза, а из города уезжать было нельзя по соображениям режима секретности, вот тогда стали появляться очаги культуры, библиотеки, театр, ну и т.д. и т.п. Так вот, театр занял храм Серафима Саровского. Вот театр располагался в храме Серафима Саровского, и, к сожалению, там, где был алтарь, в храме самое святое место, там расположилась сцена. Ну, многие могут говорить, вот, лицедейство, кощунство, но, с другой стороны, если быть до конца честным и справедливым, если бы в здании храма не располагался театр, возможно, этого здания вообще бы и не было бы. Следующая остановка – улица Жданова. Но сегодня она носит другое имя. Прийти сегодня на улицу Академика Сахарова у нас было две причины, правильно? Да. Но раньше эта улица носила имя Жданова, секретаря Ленинградского компартии. Но в 1991 году к ее переименованию, я тоже приложил свою руку, значит, мы назвали ее улицей Академика Сахарова, а вот на доме, где он жил, тоже мне довелось организовать работу по изготовлению памятной доски. И сразу скажу, ее автор – замечательный художник и человек Евгений Давидович Крома. А текст на этой памятной доске подсказал выбить сам Юрий Алексеевич Труднев. И почему мы здесь еще пришли, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что в мае нынешнего года исполнится 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Поэтому миновать эту улицу мы никак не могли. Бывшая Жданова, нынешняя Академика Сахарова. Интересно, те, кто не бывал в Сарове несколько десятков лет, смогут ли узнать его сегодня и привыкнут ли к новым названиям? Это не просто таблички на зданиях, это история города, поколения, семьи. До образования рабочего поселка здесь и вовсе не было улиц. Первые появились только в 1939 году. Главная называлась, как нетрудно догадаться, улицей Сталина. Она кочевала по разным объектам, но была переименована в 1960-х годах после развенчивания культа личности. Теперь это проспект Мира. Мы не претендуем на абсолютную историческую точность нашей экскурсии. Это лишь крупица воспоминаний, которые нам удалось собрать. Этот город хранит еще много интересных улиц с богатой историей. К ним мы вернемся в наших следующих выпусках.